чем разница между этим человеком и этим человеком? Правильно, ни в чем. Это один и тот же человек, просто на этом человеке надеты разные аутфиты. И согласитесь, мы воспринимаем это по-разному. Я делю свои аутфиты, образы на два типа. Это что-то такое повседневное, чтобы было удобно, но при этом выглядело стильно. И также праздничный, да, когда мы выходим там в день рождения, свидание, поход в кино или Новый год. Кстати, скоро Новый год, поэтому, мне кажется, очень важно сейчас собрать этот аутфит, чтобы блистать и показать, кто здесь батя стиля. И в этом видео я покажу вам пару-тройку образов, как это все скомпоновать для того, чтобы выглядеть эффектно, классно, как говорит моя мама, празднично. И также покажу такие свободные, более повседневные аутфиты, назовем это сходить за хлебушком, но чтобы вы были самым стильным в пятерочке. Поэтому давайте начинать. Меня зовут Женя Стельмах. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки и писать комментарии. И первый образ у нас будет повседневный. Беру свои любимые джинсы оверсайз от бренда Lime. Если вы вдруг тоже столкнулись, как и я, с нехваткой базы в своем гардеробе, то Lime это отличный магазин для того, чтобы подобрать реально хорошую базу. Наверх одену обычную серую худи, тоже оверсайз. Мне она нравится, она достаточно теплая и чувствую я в ней себя комфортно. Дальше переходим к обуви. Несмотря на морозы, достаточно серьезные морозы, зимой я спокойно, отлично и комфортно ношу кроссовки. Они могут быть не супер теплые, не на большой подошве, но чувствую я себя нормально. Мои ноги не мерзнут, но и главное, чтобы нога себя в обуви не чувствовала скованно. Тогда ваши ноги не замерзнут. Джинсы я специально не подкатываю, делаю так, чтобы они специально волочились по полу. И за это спасибо большое Balenciaga, что сделали тренд поношенных вещей. Дальше надеваю моторную куртку от Черным Черно. Эта куртка добавит яркий акцент, достаточно сдержанный образ. Ребята, ну а сейчас пару слов о кроссовках в этом образе. Да, можно сказать, что эти кроссовки подходят больше на теплую зиму, ну или для тех, кто живет на юге России. Эти кроссовки помогли мне привезти ребята с Poison Hub. Они занимаются доставкой товаров с Poison. Я сам убедился в работе сервиса Poison Hub и смело могу рекомендовать его вам. Кстати, ребята в числе первых начали свою деятельность более года на рынке и привезли более 5500 товаров. Имеют большое количество отзывов. Оформить заказ очень просто, и со всеми этапами вам поможет менеджер. Или вы можете самостоятельно заказать через их бота. И сейчас самое время порадовать себя и своих близких подарками на Новый год. А ребята до 31 декабря дарят скидку 500 рублей на каждую позицию в заказе. Не упустите возможность выгодного шопинга, ссылку на их телеграм-канал оставлю в описании. Давайте будем честными, хотя бы по отношению к себе, все мы любим хорошо выглядеть. Да, есть такие люди, которым в принципе, все равно, что носить, но все равно бывают такие дни, когда мы хотим выглядеть круто, классно, празднично, и чтобы нам даже делали какие-то определенные комплименты и говорили: слушай, чел, а ты сегодня классно выглядишь. Вот этот вот сервиз новый, который стоит на какой-то определенный день, ну, все вы поняли, да, метафору и отсылку к нашим родителям, что не трогай, это на Новый год, или не трожь этот сервиз, это вот когда там что-то, кто-то родится, или там это постельное белье для того, когда вот ты там женишься или выйдешь замуж, и я тебе это отдам как наследство. Нет. Я считаю, что нужно носить сегодня, здесь и сейчас, и никого не слушать. Поэтому, если у вас стоит этот сервиз дома, прям сейчас пойдите, распакуйте его и налейте туда чай. И кайфуйте. Пусть каждый день у вас будет праздник. Ну что, следующий образ у нас будет более casual, не слишком классический. Классику я оставил на потом. Я беру классические широкие брюки,
Конечно же, надеваю под низ майку и сверху обычную белую рубашку. Да-да, настало ее время. Брюки, кстати, тоже от Lime, а рубашка Zara. Дальше беру черный галстук. Он может быть только сверху черный, потому что будет виден его только верх. Поверх рубашки с галстуком надеваю серый свитер. Он, кстати, тоже от Lime. Не знаю, тут уже каждому свое, но мне нравится, когда рубашка снизу заправлена. Ботинки мне хочется, чтобы в этом образе были максимально брутальные, поэтому я взял замшевые на массивной подошве. Вот смотрю и думаю, что этот образ максимально универсальный, можно пойти как и в кино, так и на свидание, в офис, на работу или на завод, то есть тут уже каждому свое. Ну а заключающим этапом будет укороченное пальто. Оно, кстати, достаточно теплое, покупал я его в резерв. И это одно из моих самых любимых, потому что оно на мне сидит просто идеально. Ну что, ребята, образ полностью готов. И вот смотрю на него и думаю, в какой-то момент мне даже захотелось порешать какие-то очень важные и серьезные дела. Зимы у нас холодные, у нас лежит куча снега, скоро передают минус 25. У кого-то вообще постоянная слякоть, да, кто живет на юге. И я прекрасно понимаю, что зимой, в принципе, ты как бы не повыпендриваешься, да, то есть ты не покажешь свой стилек, да, на что ты способен с помощью шматья. Но я давным-давно для себя открыл, это просто идеальная комбо под названием термобелье. Ребята, если вы страдаете от холода, пожалуйста, купите себе термобелье. И я с уверенностью вам говорю, что вы начнете носить всю свою одежду, даже какие-то легкие футболки зимой. В следующем образе я бы хотел уделить внимание свитеру под горло. Мне кажется, что многие недооценивают свитер с высоким горлом. Но это не про меня, я являюсь фанатом водолаза. Брюки и ботинки я оставлю с прошлого образа, а вот верх поменяю полностью. Мне кажется, этот свитер, да и в целом образ, идеально подойдет для празднования Нового года. Ну и в заключение надену черное длинное пальто. Ну что, ребята, надеюсь, вам понравилось это видео, и, может быть, вы даже извлекли для себя какие-то лайфхаки, как стилизовать какие-то определенные вещи, которые у вас уже давным-давно лежат, и вы не знаете, как их применить. Если да, напишите об этом в комментариях. Также не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал. И до следующего видоса. Пока!